Я на данное время, наверное, не буду снимать видеоролики, потому что вот этот самый крайний зуб, самый на левой стороне у меня сегодня с утра начал болеть. Я сейчас едва разговариваю, пытаюсь успокоиться, чтобы не болел. Я не знаю, что делать реально. Ну, пока у меня хотя бы немного не поправится зуб, пока хоть чуть-чуть не станет лучше, я не смогу снимать нормально. Потому что, когда я буду говорить, у меня будет, во-первых, сильнее болеть, во-вторых, вам само по себе не будет слышно нормально, как я разговариваю. Хотя и так не очень ловко разговариваю. Ну, короче, я пытаюсь как могу, но раз я начал снимать, то и не буду так маленький ролик делать. Расскажу несколько событий. Вот, допустим, кто-то там, Назар вот уехал, обещал вернуться. Но больше как бы и нечего сказать. Вчера одна из подписчиц, хотя нет, не надо это рассказывать, это как бы неинтересно. Ну, я сейчас даже не знаю, что ей говорить. Ну, короче, лучше на этом остановлюсь, все равно нет смысла. Что я могу только сказать, это одну вещь. Назад скоро вернется. А, еще. Ну, у меня вот какие-то более идут успехи насчет создания игры. Одну игру я создавал лично, а вторую игру я пытаюсь создать именно для подписчиков. Не знаю, как у меня получится. Ну, стараюсь, как могу. И надеюсь на вашу поддержку. Ну, по крайней мере, моя поддержка не зависит от того, не зависит от ваших денег, а просто так. Чтобы поддержали словами хотя бы. В основном, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте видео. Всем пока.